Ему 44 года, рост 179 сантиметров, вес 83,8 килограмма. Профессиональный рекорд 3 боя, 1 победа, 2 поражения. Финалист Гран-при по смешанным единоборствам Кубок Черного моря 2012. Призер чемпионата Южного федерального округа по грэпплингу. Представляющий бойцовский клуб «Легион Анапа» Николай Суткин! А вот и его соперник в синем углу ринга. Ему 18 лет. Рост 178 сантиметров, вес 83 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 4 боя, 4 победы и ни одного поражения. Чемпион России по панкратиону, двукратный чемпион Краснодарского края по ММА, призер чемпионата Краснодара по грэпплингу и победитель Кубка Черного моря 2012. Дамы и господа, приветствуйте из Краснодара Никита Осипов! И Александр Мельниченко дает заключительный инструктаж. Первый раунд. Стоп, стоп! Бей!
Let's go.
Время закончен второй раунд. Ваши аплодисменты, Краснодар! Итак, заключительный третий раунд! Давай!
праздник завершен! Ваши аплодисменты! Это просто фантастика! Какой бой! И слово за судьями. Итак, дамы и господа, по завершении трехраундового боя раздельным решением судей со счетом 2-1 победу одержал Николай Суткин!